ДТП на улице Федюнинского произошло в Тюмени. Водитель «Лады» сбил 14-летнего мальчика. Сотрудники ГИБДД установили, что несовершеннолетний пешеход внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины. Водитель не успел среагировать. В итоге ребенок получил ушиб колена. Еще одна авария произошла в Аромашевском районе. В нем тоже есть пострадавшие. Там водитель «Жигулей» не пропустил грузовик. В результате аварии 65-летняя пассажирка легкового автомобиля получила травму ключицы.